Всем привет, друзья, с вами Бурбон, и это третий подкаст на моем канале. Да, сегодня 1 сентября, и ролик займется именно 1 сентября уже вечером, потому что я записываю вечером, это логично. Так вот, сегодня 1 сентября, это значит, я топаю в шкалу в 9 класс, а это значит то, что я буду меньше играть, и поэтому меньше снимать. И я решил сделать такое расписание на канале, то что ролики будут выходить 3 раза в неделю, это вторник, четверг и воскресенье, то есть в эти дни вы можете ждать ролики, а если нет роликов, то не знаю, можете флудить там во все, что можно, почему нет ролика, это ленивая задница и так далее. Я буду стараться заливать ролики, то есть, допустим, смонтировал даже там в понедельник, выложил на канал в понедельник, но опубликовал именно во вторник, то есть вот этому вот буду подчиняться правилу, и они будут выходить где-то с района 7 часов, наверное, до 9, и если вот после 9 часов во вторник, четверг, либо же воскресенье нету роликов, то вы можете свободно, не знаю, публичить в комментариях, или же, не знаю, там, в личку, почему нет ролика, где ролик и так далее. Я думаю, это понятно. Так вот, а также я бы хотел бы сказать, что скоро я буду играть на новом проекте, ну как, на новом именно для моего канала, то есть, хотя как, я на нем уже играл. Ладно, я буду играть на SamperP, но я буду играть не на третьем сервере, а на четвертом. Я уже отснял 3 части, можете писать что по этому поводу в комментариях, то есть, хотите вы его смотреть, либо же нет, то есть, ну, я буду снимать, то есть, сниму там один сезон, может быть, из серии 20, а если он зайдет хорошо, то буду продолжать снимать, потому что мне почему-то реально захотелось вернуться, но я решил сменить сервер, чтобы начать, так сказать, все с чистого листа. А так я уже там второй левел, и немножко у меня денег уже есть, ладно. И, в принципе, также я не заброшу Advance RP. На Diamond RP я стал уже вице-президентом, об этом я расскажу в роликах, как бы я тоже его не заброшу. А среди других, кто круче, наверное, ребят, уже не будет выходить новых роликов по этой, не знаю, шоу, хоть это я назвал так, но это не шоу, это просто ролик, это не шоу, это я уже, не знаю, там, сбрендил, сейчас головой не совсем дружу и так далее. Ну и, в принципе, вот насчет еще CSGO контрактов, то есть я не знаю, снимать мне контракты или нет, потому что если снимать какие-то дешевые контракты в районе, там, не знаю, 30-40 рублей, то это будет, как бы, ну, не так интересно смотреть. А если снимать дорогие контракты, то нужны, понятное дело, средства, которые нужно задонатить, чтобы, не знаю, снимать это. Также я вот буду пока трейдиться, возможно, с трейдов еще буду там контракты делать. Но если вы хотите контракты, то пишите об этом в комментариях, и чем больше людей там напишут, что хотят контракты, тем больше вероятность того, что контракты выйдут к CSGO, потому что последний ролик, где я открывал капсулы, собрал там вообще, то есть 70 просмотров, по-моему, если сравнить с летсплеями по самбо, то это как бы чуть ли не в 3 раза меньше, а то и больше 3 раз. Поэтому как бы разница видна была, значит, вам, возможно, не так интересно смотреть. А Rust тоже пишите, снимать Rust или нет, потому что на том сервере, возможно, я уже не буду снимать, потому что это я дурак, в прошлом видео я говорил, что у Rust удалили, и как они могли, но потом мне уже опытные игроки написали, когда я там выложил видео, что это я дурак, и то, что его не удалили, а просто нужно настройку поменять, я попробовал действительно. Поэтому, если вы хотите, я, в принципе, могу поиграть на каком-нибудь другом сервере, то есть там заснять несколько серий по Rust. И также, в принципе, вот что еще на канале может выходить. Могут выходить прохождения игр, но я не знаю, какую игру как бы пройти, потому что на YouTube уже всех игр полно. И если вы хотите видеть прохождение какой-то игры, то есть я вот планирую, то есть поиграть Дэдпула, да, то есть не планирую записывать, но вот я вот сейчас так вот там накидал, то есть хотя бы одно предложение, да, то, что вот, что я могу снимать, то есть Дэдпула, потому что эта игра, говорят, интересная и хорошая, но я вот не знаю, потому что на YouTube, ну, уже, да, заливали там многие прохождения, но если вы увидите, хотите увидеть прохождение Дэдпула именно от меня, то пишите, не знаю, там, в комментариях, а также можете писать, какие игры можно пройти, но которые там, ну, GTA 5, я думаю, уже нет смысла, потому что я прошел, наверное, весь YouTube, который хотел, а вот игры более такие не очень популярные, типа, там, не
Battlefield, ни, ни тому же Battlefield, он, по-моему, там в Origin, сколько там стоит, несколько сотки, если не косарей. Поэтому как бы пишите, я буду играть, сразу говорю, в пиратские игры, и не надейтесь то, что я буду покупать лицензию. Я школьник, и у меня нет денег на лицухи, поэтому вот такие вот дела. Так вот, я думаю, на этом все. Ролик получился такой 5-минутный. Надеюсь, он вам понравился. Также хочу поздравить всех школьников, в том числе и себя, с 1 сентября. Теперь вы не будете высыпаться, теперь вы будете делать домашнее задание, у вас будет меньше времени на компьютерные игры. Поздравляю. Все, я просмеялся, и я продолжаю. То есть, действительно, продолжаю. Поздравляю всех. И тех, кто считает, что школа — это полное говно, я не совсем с вами могу согласиться, потому что, да, в школу я и сам как бы небольшой любитель ходить и делать там домашние задания и так далее. Но все же, в голове я понимаю, что это как бы школа, это действительно нужная вещь. Это не там поиграть там в компьютер, а именно ты узнаешь что-то новое в школьной программе. Да, некоторое мне не нужно, допустим, хоть геометрия, она мне никак не пригодится в жизни. Все эти параллелепипеды и так далее. Но есть вещи, которые... Действительно, нужно знать хоть история, география и так далее. То есть, действительно, вот если вы не любите школу, подумайте, что вы вообще делали без школы? То есть, вы просто деградировали, чисто деградировали, то вы узнаете хоть что-то новое. Но это всего лишь мои мысли, я их как бы не стал особо раскрывать, просто объяснил вкратце. Я думаю, это все, в принципе, все, что я хотел, я написал. Подумайте, прежде чем поставить дизлайк за то или иное, что, допустим, там оскорбился школьников, хоть я сам школьника, как бы я не хотел оскорбить, а просто, не знаю, изъяснил факты, то что, ну, действительно, школа — это не такое уж приятное место, но оно нужно для, как бы, для каждого человека. И на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого ничего не сделали, также пишите в комментарии то, что я вам говорил. На этом все, с вами был Бурбон, всем пока.